Russia attacks not only physically. It has been waging an information war against the world and peace for a long time. Там еще готовилось биологическое оружие, которое испытывалось на добровольцах украинцах. Это значит, а еще плюс к тому, что птицы, которых этим заражали, рассчитывалась их траектория перелета через Россию, это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса как такового. Turn off Russian propaganda. Say no to fakes and war.